рада приветствовать вас от имени ректора Ростовского государственного экономического университета РИН Елены Николаевны Макаренко и от себя лично на 20-й национальной научно-практической конференции «Инфраструктурная поддержка экономики замкнутого цикла на базе прорывных технологий индустрии 4.0» в рамках консорциума устойчивого развития и технологического лидерства. Ускоренное развитие и появление новых технологий приводит к формированию инновационных концепций организации производства, обеспечивающих соответствие возможностей индустрии все возрастающим и перманентно изменяющимся потребностям общества. Необходимость гибкой адаптации к условиям внешней среды требует максимально возможного сокращения времени на реализацию операции. И, следовательно, преодоление разрывов между современным состоянием промышленности и цифровым производством. Прорывные инновации и возрастающая цифровизация процессов активно меняют бизнес-модели предприятий. В данных условиях для описания направлений развития применяются такие термины, как индустрия 4.0, цифровая экономика, умная экономика. Цифровая экономика определяет абсолютно новый этап развития, обеспечивающий переход к экономике знаний, в которой основным фактором развития выступает человеческий капитал, знания, навыки, способности и возможности трудовых ресурсов. Цифровизация экономики реализуется посредством разработки и внедрения инновационных цифровых технологий на постоянной основе, а также формирование соответствующих правовых, социально-экономических, организационных и других условий трансформации общества и экономики к новому уровню развития. Сложность определения и интерпретация цифровой экономики заключается в неограниченном количестве элементов, которые могут входить в ее состав. Цифровая экономика представляет собой комплексную интегрированную систему гибких технологий и коммуникации интеллектуального общества, обеспечивающую решение актуальных экономических задач. Основными признаками цифровой экономики выступает непрерывное развитие, изменения, повышение гибкости, адаптивность, обмен информацией и реализация операций в режиме реального времени. Самообучающееся цифровое умное общество. В целом, внедрение концепции индустрии 4.0 и цифровизация экономики приведет к изменению системы производства и реализации продукции, вызовет организационные и структурные трансформации, появление новых моделей ведения бизнеса с применением новых технологий. Интернет вещей, киберфизические системы, суперкомпьютеры, цифровая трансформация, цифровое общество, умные города и прочее – это термины становятся частью нашей повседневной жизни. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой, результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов. Уверена, что результаты конференции будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности каждого из них. Всем крепкого здоровья, благополучия и новых научных свершений!